Правительство Российской Федерации из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек. При этом неустойка взыскиваться не будет, сообщили в Росстандарте. Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами, потребителями коммунальных услуг без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки, отметили в Росстандарте. При этом ресурсоснабжающие и управляющие компании будут обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг, а штрафы и пени взыскиваться не будут. Росстандарт и Росаккредитация уже направили соответствующие разъяснения организациям, имеющим право проводить поверку счетчиков.